можно обмен с доплатой, но доплату надо где-то. На, нахуй. Блять! Пиздец, все, приехали нахуй. Владик! Не понял, что-то юмора вообще не понял. Все. И ментов тоже. Тихо, тихо, смотри. Thank you.
Приезжай, ебаный в рот, блядь. Видишь, как я ситуация бывает? Ой, да. Видишь? Объезжай. Американские рынки падали, начиная там с 2007, ну, с 2008 еще смогли показать новые максимумы. Так что вполне возможно, что такая ситуация продлится и в случае снижения, начала снижения на американском рынке. Однако, соответственно, для нашего рынка тогда нужна поддержка со стороны цен на нефть. Здесь вот я немножко уточню. На мой взгляд, уровень сейчас, в текущий момент, конкретно важен уровень $115 за баррель снизу, если по фьючерсу на нефть-марке брать. Если его пробиваем, вполне возможно, мы сможем увидеть какую-то динамику. Здесь как раз где-то потери будут порядка 10 долларов от текущих уровней. Вот. И пока мы... Чтобы собрать как можно больше сообщений. Естественно, каждый старается народ поразить. Поговорим о том, как именно. Во вторник не вышло покорить публику у Фирузы Сапарова, редактор «Глянца». Вечностью длинной, но душа моей заблудшей не найти покой. А тебя мне так немного, надо только лишь, чтобы миг прожил со мною, но ты мою Готов-то он сидит в тюряге, да еще сволочь. Да вы просто гляньте в мой паспорт. У меня же образование, это долбоёб.
чем дальше. Это можно отдельно будет пользоваться. Это что сегодня такое, сыночек, подожди, зайка. Ой, мамочка, миленька, Господи, ну Пресвятая Богородица. Да что ж такое сегодня? Пиздец, ой, сюда лучше, что ты за ней ставишь? Что-то, пиздец. Yeah.